Это ход за 27 41 год. Обычно ночные какие-то подводные изыскания, вот эти вот поиск подлодок, атаки на подлодки. Это все в основном ночью. Ой. Бей. Не надо. Пожалей. Да, на самом деле это может даже быть, ну, не супер критично. Серьезно, это было? Кай. Интересно. Они в ответ не попадают вообще. Валя. Ну это вообще ни о чем. Ну попали и попали. Там, ну дай боже, 10-12%. Даже если 30%. Пожары. Спасибо. Хотел тебе побомбардировать, но у него, видите, снаряды закончились. Теперь Буффало достроит, по идее, на два поврежденных зеро. Ну... Не знаю, при такой, конечно, при таком, как это, качественном превосходстве японской авиации, мне надо здесь иметь 100 буфало, чтобы противопоставить что-то вот этим зеро. Это просто отличная история, потому что у меня там нету сотни буфало. Ой. Сейчас еще здесь будет минус, это вообще прекрасно. Кстати, это первый раз, когда у меня самолета смог собрать больше, чем 10 штук. Подбили зеро. Повредили зеро. Еще один.
пока что ни один наш не был подбит. Она карк. Я спокойно карк. Я тоже. Кстати, если в Китае мне добиться того, чтобы у меня в воздухе было до 20 машин, я могу противопоставить что-то в Китае. Правда, мне кажется, к тому моменту, как у меня получится Гонконг упадет, это уже будет не особо нужно. А на Швипе я как бы ничего не сделаю. Бой получилось, а вот пробить бомбардировщик нет. Один уничтожен, один уничтожен. На самом деле чуть больше уничтожено. Даже что-то делают. Тут с пожаром это уже лучше. Он тут не стал атаковать, и, по-моему, зря. Как? Гонконг. Ты жив? Ну все в порядке. О, так для меня это все еще не так плохо. Ну и больше. Атака. Да тут же это было. Да нифига себе. Тут, по идее, бригада. Что и вообще не. Или погоди, это моя атака. Что-то я не тут. Посмотрим. Сколько? Ну здесь, по идее, вот бригада. Бригада, причем еще усиленная какими-то подвижными. Разбил зависимых от части.
Типа, чтобы я не мог так легко и просто его выбить оттуда, да? То есть, что там в резерв отправил, что-то на бомбардировку, а что-то еще или как? И, типа, Liberty Attack для двух, для одной резерв. Честно. Такой ход просим. Тоже ничего.